Тихо, тихо, интеллигентно я вышла. Без высказок. Без наших, как мы любим. Слушай, у девочек? Возьмите меня на танцпол. А кто тут? Митрофанова и... А вот это вот Спайра, Романиди, Митрофанова. Все, я просто пока за папками. Так, друзья мои, всем добрый-добрый денечек добрый. Возьмите меня на танцпол. Друзья, всем привет. Тема эфира – измена. Ты изменяешь мне с женой. Значит, ребятки, сразу хочу предупредить. Когда покажут эфир, где Саша скажет, что она беременная. Эфир покажут, по-моему, в четверг. У Насти Сыцвят сегодня операция на ноге. Нет, не женат. Привет из Парижа. Сразу хочу предупредить, кто будет нести чушь и оскорбления, приветствую вас, вождь. Что себе позволять, какой вождь? Никакой я не вождь. Кто будет нести чушь и оскорбления, буду блокировать. Значит, я никого сама не оскорбляю, никому не позволю, чтобы меня оскорбляли. Добрый вечерок. Кстати, вот Эдвард, нижнее подчеркивание, Терек. Мне кажется, что вы раньше были, а потом дали потери куда-то. У меня такое ощущение. Привет, привет, привет. Да, я буду всех блокировать. Кто будет писать мне ерунду в директ, также буду блокировать. Напоминаю, кто хочет на телепроект «Дом-2», пишем дружненько. Дружненько пишем Надежде Ермаковой. Федина Катя выпивает? Нет, не выпивает. Волгоград, привет. Здравствуйте, Кирочка. Еще, наверное, еще неделю будет лежать, потом будут выписывать ее. Ах, Катя пьет. Катька. Здрасте, на самочувствие у меня потрясающее. Вы живете? 6:15 мы еще с Ашотиком тут записывали сторис. Я для вас. Для кого писала? Для вас. Ебаровс Голд. Смотрите, эфиры нет, они поругались. Мы очень рады, что Рапунцель вышла в финал. Серьезно? Рапунцель вышла в финал какая? Это тоже ваша группа? Понятно. Нет, я еще Лешу не видела. Вчера я вообще их увидела, они еле-еле разговаривали. Сегодня я у них спрошу про этот ТикТок. Что это такое? Так, значит, вот Агали Абдулаев, будьте здоровы. Сейчас я нахер всех... Мне все надоели. Оля Рапунцель вышла в финал? Серьезно? Странно. Это кто вам такое сказал? Это с чего такие выводы? А, это ваша... Я вообще уже запуталась, сколько у вас там аккаунтов. Нет, Лисковец не вернется. Так, друзья мои. Кто с Цвят ногу сломал? Сама она сломала. Она шла там на островах и сломала. Привет из Иваново. Давайте... У кого там бабушка без сознания? Вызывай 112, если... Корю не можешь дождаться, что? Привет вам. Господи, опять другая группа. Юлия Ефременкова ведет другие истории. Лобные, теты и так далее.
Оля вылетела. Так. Прекращайте выдумывать ерунду. Оля ведет себя так, как она всегда себя вела. Не чувствует она ни от кого никакой поддержки. Она и сама себе поддержка, и ее муж. Все это глупости. У Кати по лицу видно, что она любит ВИП. Не верьте, что вы выдумываете там. Как нормально у меня самочувствие. Итак, измена, давайте. Измена и оскорбление. Ефременкова выздоровела почти. Видно, ничего не видно. Принимайте капсулу, естественно. Почему лист не работает? Спросите у листа. Я откуда знаю, почему лист не работает. Возьмите меня на танцпол. Значит так, кто будет обзывать меня там старой вешалкой, старой кошелкой и так далее и тому подобное, все вон от Седова, всех нахер заблокирую. Запарили уже. Вам что там, не имется? Вы все там молодые, я смотрю. Старыми никогда не будете. Сил нет у меня уже это интеллигентно все терпеть. Как одно с вами поговорить о личной про... Какой еще? Не нужны мне ничьи, у меня у самой проблем выше крыши. Ефременкову когда уберут? Никогда. Измену можно простить. Я... Езеля, привет, моя птичка ненаглядная. Они мне надоели, Езеля, они же мне завидуют. И пишут мне, заткнись, старая кошелка. Я бы сказала, как я разговариваю, ну просто. Мама Ебарова, нашли общий язык. С кем? Кахно спалила, что Майя беременна. Что там опять Кахно трандануло? Напишите мне, мне интересно. Давайте быстренько, резко. Как она сказала, что она сказала? Пожалуйста, умоляю. Умоляю, птички мои ненаглядные. Что у Ябы снова с голд? Ничего, у них все. Мама Ебарова нашли, с Аленой общий язык, конечно. Мама Маюша рассказывала про дорогу какую-то и дома. Для участников эти дома разыгрывать будут. Не поняла. Так, ну тоже чересчур не перегибайте палку. Не надо мне завать. Меня комплиментами закидывать не надо. Я этого терпеть не могу. Ну и гадости я не потерплю в свой адрес. Я уже заколебалась. Чем больше у меня подписчиков, тем больше у меня, оказывается, как это говорят, этих хейтеров. Во. У вас кроме дома 2 есть еще какая-то жизнь? Нет, конечно. Какая может быть еще жизнь, кроме дома 2? Что вы себе позволяете? Дом 2 и все. Возьмите меня на танцпол. Озвучивайте Ефременку, у нее жуткий голос. Так. Курск, привет. Давайте всем передадим привет, привет, привет. Кто откуда? На ЧГ будет зрительское голосование. Смотрите эфир, вы все узнаете. Вы все узнаете. Какая-то аж старая... Пофигу. А, привет, Наташа, что мусолим? Да что бы мы ни мусолили, мы все равно придем к дому 2. Это же очевидный факт. Наташа, какая вы злая сегодня? Я не только сегодня, я всегда злая, чтобы вы понимали. Я всегда очень-очень злая. Привет, Белоруссия. Почему в директ не ответили по поводу... Добрый вечер. Дальний Восток, привет. Давайте передаем всем... Славянск, Украина, привет. Как вам, Вика Цитурян? Сахалин, привет. Владивосток, огромный привет. Прикольная вы женщина, привет. Привет. Стацевят больницы, да. Да. Хай, крохи, хай. Хай, Наташа, всегда... Да. Вы много скинули на таблетки как Ване и на чай? Понятия не имею. Оля, да.
Атырау, привет. Краснодарский край, привет. Крым, привет. Я не добрый вечер, я ваша зрительница. Почему вы так говорите? О чем? Макеева на работу взяли обратно? Нет. Алтай, привет. Добрый день, как ваша Кирочка? Нормально, спасибо. Мурманск, привет. Питер, привет. Калмыкия, привет. Владимир, привет. Вчера смотрела из Калининграда, огромный привет. Вчера смотрела ночью эфир Татьяны Владимировны Африкантовой, так она тоже начала говорить «добрый вечерок». Где Макеев? Понятия не имею, где Макеев. Вот честно, мне вот совершенно не до Макеева. Тюмень, привет. Здоровье у меня, спасибо. Тогда привет, Натали, вы что-то похудели? Да. Серьезно? Пока я этого не чувствую. Я не смотрю ни танцы на ТНТ, ни песни на ТНТ, ни детское Евровидение, ДНР, привет. Здравствуйте. Да, у нас на Доме 2 бэби-бум. Кто писал, что Кахно сдала Маю, напишите, что именно вы имели в виду. Макеев уматывает, как чай Ахматовый. Макеева выгнали. Так, я смотрю, тут много слишком поклонников Макеева. Тагил, привет. Кирочка, нормалды. Караганда, привет. Сургут, привет. Это маска, а не похудела она, да. Привет из Невеля, привет. Рапунцель дала Василису детский сад? Нет, Кахно сказала, что Майя беременна. И все? Раз. Где Лёва? Лёва едет в пробках. Грозный, привет. Мама Кахно сказала, что Майя беременна. Вот так вот, я же говорю, никогда никому не доверяйте. Скажешь, а вас сдадут с потрохами. Привет с Нижнекамска. Мама Маши сказала, что беременна Майя, Черно, Ира, прекрасно. Тимошевск, привет, Викусик и Русик. Славочка там шастает. Мама Кахно сказала, что очень счастлива за Майю, сказала, что беременна. Понятно. Барнаул, привет, ребятки. Значит, друзья, извините меня, сейчас я схожу в одно место. Возьмите меня на танцпол. Здрасте. Юль, выйди, эксперта встреть, она не знает, куда идти. Ну, наверное, не может, я откуда знаю. Так, дорогие друзья, хватит лайкать. Лайкайте давайте, чтобы я была там, где-то я должна быть, чтобы я была. Лайкайте, котятки. Зависла, потому что мне позвонили, поэтому и эфир завис. Значит, тема эфира. Какую бы тему я ни объявила, все равно тема одна и та же. Все бегаешь, да, Сереженька, я все бегаешь. Да, у нас бэби-бум. Женьки, ваши жениха нашли? Нет, не нашли, мы никого не искали. Так, значит, давайте объявляю я себе жениха ищу. Приличного. Пусть не молодого. Все о Доме 2. Начала, сказала, тема эфира «Измена». Нет, зависла не из-за лайков, а зависла из-за того, что мне набрали. Нет, у нас не холодно. Вот, значит, тема эфира «Измена», а все равно пишут, стыцевят грудь делать будет, не знаю. Э-э-э-э.
Далее пишут Федя с Катей. Катя алкашка, тема про Захара, вот и в общем все. Мне 33, на кастинг возьмут, бывают исключения, если вы супер-пупер, супер-пупер, то возьмут. Наташ, тебе зачем, старик, портки его стирать? Ничего, делать больше нечего. Привет, моя хорошая, привет, здравствуйте. Давайте, ребятки, ищем срочно, срочно. И изменить в ответ надо. Нет. Я считаю, нет. Яна и Захар вместе нет. Почему Рапунцель не отдала ребенка в детский садик? Потому что зима, холодно становится. В детский садик нужно Василисочку, когда у нее более-менее организм будет уже крепкий. Рано ей еще, ей только полтора годика, грубо говоря, год и семь. Когда будет два, тогда отдаст, не переживайте. Значит, смотрите, если парень изменил, нужно изменить ему в ответ с его отцом. Это ж кто такой там креативный у меня сидит? Говорят, чтобы пройти кастинг, надо заплатить 100 тысяч рублей. Это правда? А что так мало? Это кто так говорит? Это какая падла так говорит? Какая тварь это говорит? Что такая цена-то маленькая? Нам 2,1, мы еще не ходим. А мы уже ходим. Мы пошли в год и 11 месяцев, но я считаю, в полтора года рано еще в сад отдавать. Рановато, рановато. Так что Олюшка сначала хотела, а теперь передумала и решила, что в 2 года оно как бы добрый вечер еще нормально, но не в полтора. Нахер прощать измену на измену? Правильно, и я говорю. И я говорю, возьмите меня на танцпол. Вот скажите, пожалуйста, что парню на полгода, что на полгода? Можно вообще садик не отдавать, как родители решают? Вот именно. А что, много надо заплатить? Рапашов расставил тоже пошли. Вот, ну год и 10, это еще ладно. Ребятки, мне вот интересно, откуда берутся такие... Вот и мы пошли в год и 11, ничего. Никто Василису не отчислял из садика. Все говорят, что... Так, прекращайте вот эту хрень нести. Кто говорит, чтобы пройти кастинг, нужно заплатить 100 тысяч рублей? Откуда такая идиотская информация? Бред. Младшая пошла в год и 8, понятно. Если человек изменил, надо сразу прощаться, конечно, и я говорю. Мы в год и 10, но теперь болеем, вот, тоже. Еще очень важно, какое время года. Если это весна, хорошо. Если это лето, еще лучше. Но если это уже ноябрь и... переходящий плавненько в декабрь, январь и февраль, это, я считаю, не нужно делать. Мая прошла в финал. Ребятки, смотрите эфиры. А как же пословица «хороший левак укрепляет брак»? Вот, честно говоря, я такую пословицу не слышала, но считаю глупая пословица. А что за тема? Может быть, левак в плане «мани, мани, мани», то тогда да. Тема эфира «измена». Какая разница, какая тема эфира? Все равно будем трындеть про одно и то же. Нет, я бы не простила измену. Я что, добрый вечер, что ли, вам? Ребенка надо в 3 года в сад отправить. Возьмите меня на танцпол. Никто летом не начинает отдавать детей в садик. Хреново. Ебаров так и помрет на доме 2. Да. От Ебарова еще фиг избавишься. Так, я не знаю, кто победит в конкурсе «Человек года». Кто бы ни победил, в любом случае это прекрасно.
Вам нужно отдельно создавать программу «Я дом 2», особо не смотрю, но наслаждаюсь, это благодарствую. Какие нормалды, теперь моя... Моя беременность сбросит. А, да? Я просто не знала, у меня ребенок вообще в детский сад не ходил, поэтому я не знаю, там, когда беру детей. У тебя есть любимчик на проекте, естественно? Кахно говорит, что в январе свадьба у Брянской. Серьезно, с кем? Брянскую еще кто-то в жены берет? Молодец, Кахно. Машка молодец, все секреты сдает. Спасибо большое. В полтора годика хорошо водите на часик. Ну да, даю. Приз, однокомнатная квартира. Откуда я знаю, что там дальше будет? Может, квартиру расширят, и будет она двухкомнатная. Где Барзиков? Не знаю, что-то у Ваньки там, по-моему, с инстой. Детей трудно было одной поднимать, хотя она заслуженный врач, но теперь живут душа в душу. Понятно. Отправьте Ебарова в рабство. Вы сегодня как никогда не вы сегодня как никогда не отвечаете мне, да. Однажды сосед сказал ей добрый вечер, я теперь думаю, что бы это знать действительно. Наташенька, привет. Алекса Демина, привет. Как у тебя дела, Алекса? Я вчера, по-моему, где-то в ленте видела твою фоточку экстравагантную. Кахно врет, люди, а вы верите. Все ради привлечения внимания к своей персоне. Так, ну, это я не знаю, у каждого своя история. Так, давайте теперь я скажу, кто беременный. По правде, по-добренькому, а можно ли кого-либо вернуть на проект из старых участников? Зачем? Ну, что, как-то... Кто-то может. У тебя что-то... Я говорю, не очень хотелось бы, но как бы кто-то из вас будет домой. У тебя нормально все? Да. Белки что-то у тебя красные. А нет, я с ним еще... Перенервничал? Не нервничал, просто пиздел. Пойдем покурим. Я в прямом эфире. Не, нормально, как-то... Ну, слава богу. Богдашка, да, песенки поет, мальчик мой, котенок. Все беременные, вопрос закрыт, да. Риму Пинжиеву, если вы имеете в виду Риму Пинжиеву, то имя Римочки пишется с одной буквы «М». Значит, смотрите, ребятки, Кира на горшке – это вообще огонь. А у меня этот сторис больше всего просмотров набрал. Я выставлю по окончании, когда будет там 23 часа, выставлю, сколько там просмотров. Это обоссаться можно. Так, давайте, интересно, кто беременный? От чего кто беременный? Да, кстати, Дима Киев. Чего действует? Возьмите меня на танцпол, кто поет, не знаю. Почему это слов не знаю, почему эту песню пою, сама понять не могу. Как там Вика Цатурян? Вика нормально, жива-здорова, все у нее потрясающе. Блять, холодно, что там дверь открыли. С каким количеством? У нас детей-то мало. Богдан да Васятка. Все, Васятка моя любимая. Васятка. Янчик Захар, привет. Кстати, я позавчера разблокировала фан Захар Саленко. Это приятно. Привет, Хабаровск. Так, ребят, а что не лайкаем прямой эфир-то? Я что, сама собой тут трындеть буду? О, Ашотик, Капер. Что так холодно? Они... А почему они открыли и не закрыли ее, бляхаму? Да, что сказать тебе? Что пожелать тебе, не знаю. Зачем? Так. Да. Она приехала? И? Так фотку уже слова открыли. Ну. Сможешь, если она выйдет? Я не знаю.
Я, короче, не хуёв. Вообще не тащу. Это не то, что... Не то, что... Это не то. Просто она сейчас... Бешенство. Да. Как нам даже не звонила, звонить. А я что могу? Я просто думал... А, так, дорогие друзья, я, значит, буду выходить, ибо мне надо с Ашотиком кое-что решить. До вечера.